Ну что, звездень? Я камеру взяла. Играли игрушками. Нет, убежала закусочкой со своей. А? Дай маме. Ну дай. Я тоже хочу. Я с тобой орехи делю? Делю. Орехи кто с мамой ест? О, какая говнюля. А? Какая ведь, а? Дышишь моим аппликатором. О? Дай. Чую твою. Вкусно, что ли? Вкусно. О, все. Кто орехи вчера с мамой ел, а? Ведь на равных употребляла. Вкуснее, чем собачья-то еда, ага. Ну что, спать будем, что ли? Ну ладно, будем включать ингалятор. Да? Итак, у нас закончились холодные ночи. Мои орхидеи, не цветущие, но с веточками, бутончиками. Пойдем посмотрим, что у нас на улице. Ой, не могу открыть. Надо мне принять решение. Думаю, что расставаться буду. Он, конечно, может отойти много лет так. Вот такие это самое. Видите, сколько листьев замерзло, хотя я все закрывала. Вот у меня простыни еще тут все лежат. Все закрывала плотненько. Такой вид неприглядный, жалкий. Сочи. Там вот этот куст посередине тоже. Он только начинает отрастать. Я его каждый год обрезаю к зиме. И забор, видите. Все какие-то у нас непредвиденные обстоятельства возникают во время выходного. И всегда замерзает. Вот я его срежу. Он отрастет до такого состояния только к зиме. Тоже вот надо избавиться от него уже. Никакого толку. Вот надо выкапывать. Так и все. Больше ничего. Думаю, что все морозы прошли. Ничего больше такого страшного не будет. Ну, зато здесь у меня цветочки. Зимнички. Пихточки, видите, какие зеленые. Не замерзают. Ну, трава еще зеленая. Значит, не так уж. Пальма обычно тоже сильно желтеет. Не очень замерзла. Я поехала на зумбу. Еду на зумбу. И хочу еще сказать насчет посылки, которую я отправила в октябре через ДЭК. Которую тщательно проверяли. Ничего у меня там запрещенного нет. Все было обговорено. Можно ли это, можно ли то. Все заявлено в описании. Все заявлено в ссылках. Было все по правилам. Но вся партия будет возвращена обратно. Из Москвы уже. Что-то там нашли, в какой-то в одной посылке что-то не заявлено, а оказалось в посылке, и решили всю партию вернуть.
я еще не обговорила, еще буду обговаривать. Конечно, конечно, они им они вернут мне. Вместо того, чтобы снова ее отправить. Ну, мне эта посылка, все там для внука. И чтобы отправить все это, знаете, придется снова платить и по новой все делать. Счет, я думаю, не возьмут они на себя ответственность, хотя моей вины там нет. Понимаете, это надо, чтобы доказать, это надо судиться с компанией. Ну, короче, не повезло мне. Где тонко, там рвется. Да. Неприятно. Новость с утра. Огорчившая меня, что все вернется. Ну, вот такие нюансы бывают с посылками. Наше тяжелое время. Ну, а я все танцую. Ой, сколько людей везде. Во всех залах, на всех машинах. Все занимаются. Не сочкует никто. Все хотят быть стройными, здоровыми. Красивыми. Ну, я еще курточку одела, но уже на улице тепло. В зале, конечно, прохладно. Смотрите, сколько людей. Скоро места не будет. Час занятий. Там еще сегодня столько людей, что там еще запрашивали еще танцы. Но я уже поехала домой. Мне на работу. Надо салатик сделать. Вот. И приготовиться к рабочей смене. Немножко отдохнуть. Заряд, конечно, колоссальный. Все зависит от инструктора. Она такая заводная, что волей-неволей начинаешь прыгать весело, задорно. You called? My husband. Yeah, I tried to make video Sochi, she changed her pose. Поменяла позу, нечего снимать. Думаю, сниму Данилку. How are you doing? You cold? I don't feel good. Ну, не очень себя she чувствую. She knew you were going to get the phone and she stopped acting crazy. Ага. Yeah.